Да. Так, в общем, уже... Она что-то странное мне пишет, мне кажется, она тебе хотела написать. В общем, где ты того Хаука на крит? Это тихо, уже босса запустили, давайте пристабав еще, алё, присты вас там, три штуки. Мыться, ты... Ты, в общем, начинаешь первое, на двух стаках забирает Седли, потом фристайла. По два стака. Алиса, да. У нас мыться три стака. Горн. Горн еще дайте. Я видел и более достойных соперников в багровом круге. Ты напрасно тратил. Я думаю, лучше мне силы, чтобы доказать. Потому что, кажется, он эти не закончит. Ласт. А тебе. Особня выходить. Пытайся 300 как здесь мыть. Прожимай кровь сейчас. Прожимай. Вот. Танчи сэдди уже на пол, дайте на сэдди. Зачем переагриваешь? Уже еще даже будет только один старт стоит. Забирай стимп и девку. Так, дальше. 4 танка. И стимп как-то упал. Поднимите стимп. Просто ваншот. Потому что ты его не щелкнул девки. Да, Ксон, подними, пожалуйста, стимпа во второй пати ДК. Да, ДПС у нас очень сильно. Ну я как бы пожался. Плохо отражался, наверное. Не знаю, ладно, давай позабудем. Поднимите, пожалуйста, фристайл, отмыть, седли, танчите чешую, вот которая сейчас идет. А стим ты танчи сейчас, которые были из-под земли. Видишь. Давайте Геру. На, мыть на пол дайте. Мыть на пол дайте. Седли, что ты здесь делаешь? Забери мыть, пожалуйста. Служу в один идти. Милики, пока отойдите. Все, стой. Все, пал забирай. Обеги по рейду. Мили зону там, по РПД зоне беги. Танка еще пробьись. Димпы. Добивайте уже. Еще беги там идти, если у тебя место. Давай тебе кислотного. Залейте ршами ману. Хочу гимн по компо стаку. Ой, спой гимн на ман. Ой, на хп, на хп. Эх, меня сейчас ложец сожрет. Пускай. Этот мытья забери, пожалуйста. Нам то сделать походу раньше. Мне кажется, сейчас будет жопа. Раньше возьмите. Молодцы, захилили. Не повезло. Давай мы тебе танчим уже этого босса. На арену выходит ледяной рёв. Сражайтесь или погибнете, герои. Никого поднимать не надо. Давайте, мега скилл свой показывайте. Магнус показывает свой скилл. Все, кто рядом с ним.
Ну, молодцы. Ну-ка, давайте врываемся. Еще раз. Даксон. Все, кто рядом с ним. Давайте. Бегите. Молодцы. Убили босса? Не, пока добиваем. Ну, смотрите, если там убьете ВК, напишите. Может, зайду еще соберу, если там онлайн будет. Только напишите в ВК. Хорошо. Я пока не могу прочитать это заклинание. А, или лучше в РК в другом канале был. Не, я уже кричать не буду. Написать могу. Убивайте уже. Оп, молодцы. Поднимайте павших. Спекайтесь все ТД, кто там фристайл, стим, спекайтесь. Мы все сайды останетесь. Так. Пробахайте. Угу. Трофей. Сейчас, может, на игру лучше пойдем, а? Мы такие. Так, это надо кому сапоги? Сейчас великий чернокнижник. Штаны надо. Это надо кому? Сейчас ты дам штаны. Так, Зузу, сейчас отдам. Кулак по паладинам. 300 бак по паладинам, интеллект. Нет, лучше дайте кулак по вагам, а не крест. Да, дайте кулак по... Ах, тебе там кулак у нас есть. Фу-фу-фу, так, вон, у тебя тайфун качан. Ясно. В общем, у нас ДПС слабенький, так что вулканы, порталы все заливаем. По поводу дизайна. Конечно, слабенький, у нас 4 танка было. Ну, так вообще. У нас он, вон, так, один вагон. Два вагона. А, хотя у нас два вагона. Ну ладно. Магия, выясни, что забираете вдвоем стаки. И помогай в этот хил вместе с Вивади. В общем, 63 типати здесь пойти. Пофигу. Все шипешки и маги. Готовимся. Раунд ТК. Каст. Давайте рот объем. Летаем ахинем. Давайте беги. Ты попал, ты этих беди лучше к нам. Или кто там Зузу? Оказывается, еще он танк, я не заметил.
Готовимся скоро вулкан заливать. 5 секунд. 3 секунды, 2 секунды. 1 секунда и давайте все вулкан. Где вулкан? Хоть спой гимн на хп быстро, гимн на хп и сакру дайте, пал. Захиливайте, я встаю. Захиливайте. Инфернал бьем. Пойте гимн на хп, пойте, пойте, пойте. Рио на хильте. Убейте инферналов, алё. Даксон, у тебя БР подошелся? Да, есть. Поднимай Нагор, Нагор поднимешь Челлендера, и Челлендер поднимешь Магнуса. Если вы слышите, Тим, похилите. У вас там два хила, давайте поднимай, поднимай. Давайте портал заливайте все. Скоро поднимай Челлендера. У нас КД полминуты где-то. Ладно, бейте лорда туда. Тихо под босс. Найс, разливаешь лужу. Иди немного подальше, пожалуйста. Лужу. Ситадар хиль себя. Меня хил. Ребята, вы как-то кучно стоите там, РДшки. Блять, заебись, разлили, ни маны не отрастут, нихуя. Залейтесь вы туда, Роман. Давайте, пейте босса, босса, босса. Как тесно. Ну, давайте, надо его как-то убить. Мы вулкан не успеем за Ферном. Давайте, давайте, давайте. Пиздец, сейчас вайп походу будет. Все, пиздарите нам. Вот мы исходили на 50 попыток. Сейчас мне знаете что? Хотя я сейчас сомлен. Это дело не в вагонах. Ну да, конечно. А в чем дело-то? Вулкана хорошо заливали, и портала тоже. Но порталы, ладно, они не сильно стрессные, вот вулкан. Его надо всем заливать. Линканите, пожалуйста, ДПС вулкан. По-моему, там 3 или 4 милика от лужи первой скопытились, прям в мелизоне. Да. Там, потому что ты-то в мелизоне ее сразу разлил, появился вулкан, а то уе вулкана и от лужи сдопили лишний. Ну вот. 4 штуки там лежало, как минимум. Ну ладно, Фристайл, ты же подыхал что ли от вулкана? Он сдох, да. Я сдох сразу же, типа от АУЕ вулкана и уже. Я понял. Блять, я не заметил, кто-то может туда раздел. Че, мы так пойдем дальше? За 500 я предлагаю урон. Пойдем, пойдем, тут тринки же падают. Поставьте длиться. Ну да, мне надо расходиться. Поставьте, пожалуйста, джипсы, я уже поломался. Потому что нехуй вагоны брать. Бля, ну я... Ну смотри, вот Steam 320k. Бивайди 115. Опка. Там мы добили 800 тысяч, у нас 2 вагона, если вагонов не было, я бы мы не добили. Ты хочешь сказать, что из-за 2 вагонов мы не добили? Или из-за человека, который ложен? Осталось 800 тысяч, это 1%. Вы не добили, потому что зарачили. Нет, мы не добили, потому что какой-то хороший человек развел мелизону лужу, и из-за этого милики упали.
Ну вот я за это говорю. А не из-за двух вагонов? Да не, вагоны здесь ни при чем. Люди затупили и из-за этого потеряли сундук. Как говорится, сам себе враг. Ну да, ладно. Давайте баф. Так, давайте качок. Нету, ладно. Ну бафы, теперь если баф тоже дайте, блин, шипешки у вас там. У шаригов нет, он же стоит, можете купить. Войт, дашь? Ты ж, блин, БЭшки забираешь, но... Ну, приста баф, что еще можно тебе нарастить? Так, давайте рейндж возьмите, там сейчас РДшники. Танк, иди на позицию. Давайте сейчас рассасывайтесь. Оксана. Все, все готово. Я запускаю. Перед вами Джараксус! Давайте, босс. Повелитель пылающего легиона! Еще не готово. Давайте порта убьем. На хиле. Беги, малышка, беги! Беги, малышка, беги! Стаки. Оксана хиле. Это трога бия. Он бьет. Я пока не могу прочитать это заклинание. И винтер хилим. Потом всего вулкан потом сбивать. Где первый потом появится? Все, давайте, вулкан. Кира, дай шаман. Гимн на ХП, войд гимн на ХП. Им похилим. Отойдите, отойдите, мили, отойди мити, оттяни босс. Тяни мити, босс. Тебя шаба, блин. Хил, это войда хилим. Ты мог бы бабу смыть. Оксана может бабой. А, кому маны? Шамана. Чем маны хватает? Что? Зачем тебе еще маны? Эти лорды. Не надо вертал бить. Бейте лорда. На горах хилите. Молодцы. Вот и утешение. Изи. Да. Хватит. Рецепт.
подлые собаки Альянса! Вы выпустили повелителя... Такс. Давайте утешение. Кто там выше по приоритету? Вы заслужите достойную награду. Секьюрити. Секьюрити или Дэд Лимит? Дэд Лимит это выше пока. Дедмайнд второе, давайте Дедмайнд. ТТМ уберите, иначе вы сейчас босс садите. А, да, Дедмайнд. Ну хорошо. Ники написал, что нахила. Сражайтесь во славу Альянса, герои. Кстати, да, ты писал, что нахила идешь? Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. Не писал. А следовательно, что значит, если человек не писал? Это что ему тут на ДД ролить половому ШП? И блин, что теперь? Но вот на самом деле. Вот я вот хожу, допустим, фуловым паладином. Ну, я там, допустим, хочу на танк или триню. Че, мне тоже не писать? Это иду, только мы тут разбирались. Мне кажется, если Кралька не против, то давай, но так Кралька, конечно. Короче, я даю шаману, как правило, надо всегда писать. Дайте ей ГП. В следующий раз он будет писать, что вот он идет нехило. Думаю, он на меня не обидится. А, и все поймет. Конечно, не обидит. Не, ну если я не прав, то ты скажи тогда в чем. Дед Лимит. Это не он. Не, я понимаю, что не он. Я имею в виду, если он считает, что я не прав, то пускай хотя бы скажет, почему. Гимн на ХП так зашел, да? Угу. Да если бы мне это ложим, мы с первого трая бы его убили, а так ложи разлили и мельки попадали. А там рейнс еще не держали, там от молнии сдохли нормально, могли бы добить. Да потому что хилы я тоже там заметил, там шаман стоял рядом с этим, с друидом хилом, я вообще не понимаю. Такое ощущение, будто первый раз мы здесь. Ладно, спекайтесь там назад своих танков, будем разбирать людей. Мы тебя, кого же бы тебе дать? Возьми Шакула, Сэдли, возьмешь Кружочек и Ругу. Стимп, возьмешь своего брата Ромбика. Хотя у нас уже все. У нас 3 милика, так? Так. Тогда этот, как его. А, у нас Зузу есть. Стимп да. Спекает. Тогда возьмешь своего не брата Ромбика. Хорошо? У меня бата спекаться, да? А, нет. Ты пекать, у нас еще и шабат. Подожди, тогда. Кого? Ромбика брать? Да. Возьмешь его. Можешь, кстати, одеть немного ДД шмотов, там, плащик. Там не надо, я себе танком буду, ДД. Не. Ну, танк ДД, да, все правильно. Так, а ты, Стимп, возьми, пожалуйста, полунисец. Видишь? Да. Все, хорошо, танки вы, я думаю, запомнили свои цели, кто кого берет дальше. Рога, 4,5 ГС, это тут? Если не, пожалуйста. Мне кого-нибудь вытянуть к вам? Так ты у нас один ДК, ты не сможешь взять, или ты сможешь взять, перетянуть нам, допустим, звезду. Я вытяну и побегу потом. Ну хорошо, тяну. Я хорошо, это Рога, ты здесь? Даже две Роги вот тут? Да. Все, тогда вы, если что, будете на Вилане сидеть и избивать ей косты. Лок, ты тут? Лок, only time. Only time, вот. Все, ты если что будешь изгнание кидать на друида. Далее. Void. Ты если что массово подиспелишь. Dead Limited подиспелишь точечно. А хотя нет, стоп, у нас ивент есть, ивент. Слышишь меня? Плюс они. Ты если что подиспелишь точечно. У тебя диспел получше. И еще ивент поставь, пожалуйста, ТТМ на антифир. Гутербол тоже поставь, пожалуйста, ТТМ на антифир. И
И нет, поставь, пожалуйста, тотем очищения. У тебя там есть такой тотем. И все. Так, кого мы будем первым заливать? Где наш лок? У нас лока нету. Повезло. Есть там, а где есть там лок, есть. Во, в самом углу. Во, все, вижу, он заливанный. Все, понял. Тогда первого заливаем звезду. Там сейчас метки у вас там пропадут. Первую звезду заливаем, потом заливаем кружочек. Потом мы уже зальем ромбик, а потом мы зальем треугольник. Все, что буду напоминать. Так, с этим все понятно. Фиры там по КД кидайте. Ивент там с гутерболом. Вы можете корни тоже по КД кидать. А, тэнк, ну, тогда ивент ты сможешь. Все, я думаю, в этом плане мы разобрались. Дальше. Чек на готовность. А мы пока что стоим. Фристайла, ты где? Фристайла тут. Фристайла, можешь, кстати, дать покаяние ромбику временно. Сейчас идут только танки, а мы стоим и не двигаемся. Нам притянут этого лока. Давайте, танки полетели. Все, давайте бьем звезду. Звезду. Что звезду там? Каст. Диспел массовый дайте. Наказываем охотника. Кружочек бейте. ДК уведите. А, Рейд, отойдите подальше. Туман не хочет убегать. Вам надо отходить подальше. Тебе диспельтик, кружочек, точный ивент. Ты там чё? Диспел, диспел, где диспел? Фиры там кидайте. Диспел. Добивайте уже этот кружочек. Контролите AirDrew. Давайте потом ромбик заливаем. Вот ромбик заливаем. Кинь корни, чтоб он не бегал. Блять, ему уже шарик-то. Оксану поднять? Пускай отдыхает. Массовый диспел дать. Диспел, ромбик. Уведи шакулу ДК. Води, води его. Диспел. Потом друида бьем. Показывайте друида. На роге, это, роги, давайте тоже в треугольник, этот, как его, он летает, можешь пофереть этого холипола. Эти треугольник. Кто там танчит? Зузу, уводи, пожалуйста, своего собрата подальше от нас. Видишь, мы уже к тебе приходим в гости. И походу сорвется. Потом мага будем заливать. Я звезду поставил. Звезду бьем. Блять, куда он все бегает? Скажи ему подъезжать. Потом самого будем заливать. Это шабат, я топлю вела, но будем заливать холипала. Увидите его. Увидите полумесяца. Да он не хочет никак. Бейте холипала. Сейчас звезду поставлю. Ты его заставь. Он хочет.
Ничего страшного, мы уже так добьем. Уводите ДК там. Уводите. Потом рогу начнем заливать. Где спал баба? Где спал баба? Дружочек заливаем. Бежим к звезде. Шакула и веди к звезде. ДК. Можете полумесяц вести к нам. Мы уже второго ВК у нас не будет сегодня. Точнее, третьего. Уже что-то поздно. Пол первого ночи. Поднимайте павших, дадите бафы, ману там тоже отпивайте, пока я даю вот. Чертёж, противо. Бафы там тоже давайте, поднимайте павших там. Воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля лича. Пусть состязание начнут... Это звучок. Так, ладно. Кому надо там что? Вы там опишите людям. Я Сэдли отдам шмотки. Сова, уходи. Куда ты идешь, Сова, уходи. Все. У Сэдли, если что там, попросите, он это сунет. Так, ладно. Давай. Ой, я готов, готов. Хорошо, что готов. Светодар, мытье. Письма надо, да? Все. Так, ну что, танки. Let's go. Давайте пусть добав. То есть добавь, дайте дух хотя бы. Ристы, ну у вас же бафы как не у паладинов. Он всего лишь три кнопки тыкнет, да и все. Способность не меняю.
Зу, как ты умер. Этих видите там, алё? Еще одна способность. Меняем. Оксана не поменяла. Так, Steam, по идее, лимит, еще раз кидайте. Идет лимит, кидай. Угу, я понял. Так, давайте. Надо кому? Так, собери там. Ага, будет. Испытание, которое мы бы не могли пройти сообща. Будет тебе такое испытание. Артас, нас гораздо больше. Ничего, уже запустили. Давайте. Воздвигли целую империю под льдами Нордскола. Империю, на которой вы так бездумно построили свои дома. Кому надо усадили возьмать? Я ему вот отдал, там посох упал с ловкостью и на голеньке. Сейчас плащики выбьем. Да. Лос вайп был. Че, правда? Жаль. Так, вставайте, отпивайте ману, ребафайте там Оксану, Зузу ребафайте. Фристайла, 150 паладина своего танка. Тоже отпивай свою ману. Умно, восполнил Сурману. Так, вставайте, чек. Оксана. Ману восполнять не хочешь? Оксане дайте МП5. Минус 5. И каску порогом обновить. И каску. А 5 минут осталось. Хватит тебе 5 минут. Подождите теперь, Ману. По ДК тогда тоже каску. Да, блять, хватит вам 5 минут, будет длиться 2 минуты. Так, давайте чек на баф на готовность. Мытье. Смотри. Звезда, да? Отсюда ЛП свой тыкаешь и все. И поворачиваешь потихонечку. Я думаю, тут понятно. Все, давай, мытье. Let's go. Идите под лоса. Заливайся, трешак. Пока не могу прочитать это заклинание.
Бля. Что ты делаешь? Да и тройной танк нажал на. Заливать, алё, они уже погружаются. А нахуя вы лужу вот кто-то сбил, блядь, прям под босс? Можете сделать там ретан тапки, слишком далеко стоит. Горный ДК обновить. Следите его под босс. Второго тоже он появился. Ханты напуливайте на попалов. Идти больше ДПС вам оба. Че, я могу стампить босс сейчас со слоном? Не сможешь. Бейте все копатели, если это дар, беги. Ложу только беги. Мэйте, если что-то там поставить. Я знаю. Споймайте потом. А это не страшно, тем более. Давайте, бьем. Добивайте, алё, вы чё, издеваетесь? Блять, мне сейчас жопа гореть начнёт. Сука, ещё один закопался, вы вообще бьёте нахуй? Пейте бус. Так, я обновил скаду, если я сейчас не увижу дома квадрошаков, буду ГПП там начислять. Точнее, Джерри начислит. Идите по босса. Идите, ведите, алё. Заливайте копатели. Так. Пейте пока. Залейтесь, кирите ману. Андрей, залей, пожалуйста. Вместе с Нагорой. Так, стопните пока немного дамаг. Надо больше. Трэш. Не бейте пока босса. Стоп дамаг. Заливайте босса. Ой, босса, трэшек. Заливайте. Ладно, пивади, пой гимн на ману. Шаман, там тотем поставишь. Так, что с нашим паладином? Поднимите, пожалуйста, паладин. Челленджер, подними, пожалуйста. Четвертая пати паладин. Дайте баф и каску, там кулак, лапу обновить. Пейте, ануба. Давай, Гершаман. И молимся. Ну, друиды подхиливать, ну, понемногу. Когда гимн на ХП быстро ловит, гимн на ХП. Кстати, танки, алё, чё не бегают? Блин, не до танка мне достаю, нихуя. И танки вы поближе танчите, пожалуйста. Блять, танки поближе как-то станьте, пожалуйста. Поднимите на горы, подними Атона. Вивади, спой гимн на ХП. Поднимите Атона. Ой, расслышал? Светодар, подними, пожалуйста, Светодар, Дарксон.
Бля, хилы, вы издеваетесь? Эти гимн на хп у кого там еще есть. Дед лимит, пой. Сейчас хилы сейчас у нас упадут, пой. Давайте, добивайте моба, немного осталось. Давайте. Блять. Блять, пока пиздел про танка, про себя завтыкал, пиздец. А что ну, хорошее это дало, блять? Ты бы еще на первый Валоран побежал. Это была твоя вина. Я вина в том, что танки побежали, я начал, попросил, пока не сбегутся, я на себя не посмотрел. Хорошо, ну, заебись, блять. Моя вина. В следующий раз промолчу, блядь, падайте нахуй. Ну, по сути, он правильно сказал. Единственное, просто у него... Умер. Я, блядь, пока на кнопку нажал, пока говорил, чтоб сбежались, я, блядь, себя. Блядь, тебя услышали, Светодар, если что, я тебе пока что голос отключил. Я тебя сам лично хвалю. Молодец, что ты танков нергал, все правильно сделал. Все. Я тебе включаю голос. Не надо уже пересечать, тем более, блин, уже пол первого ночи. Поднимайте меня, я лут отдам. Чё там? Давайте, рецепт. Магнус 97. Угу. Это Тре-Тре и Магнус. Кидайте снова. Магнус 97. Молодец.